30 комариков выбежали на полянку и заиграли на своих писклявых скрипках. Из-за туч вышла луна и, улыбаясь, поплыла по небу. Вздохнула корова за рекой. Завыла собака. И 40 лунных зайцев побежали по дорожке. Над рекой поднялся туман, и грустная белая лошадь утонула в нем по грудь. И теперь, казалось, большая белая утка плывет в тумане и, отфыркиваясь, опускает в него голову. Ежик сидел на горке под сосной и смотрел на освещенную лунным светом долину, затопленную туманом. Красиво было так, что он время от времени вздрагивал. Не снится ли ему все это? А комарики не уставали играть на своих скрипочках, лунные зайцы плясали, а собака выла. «Расскажу? Не поверят», — подумал ежик и стал смотреть еще внимательнее, чтобы запомнить до последней травинки всю красоту. «Вот и звезда упала», — заметил он. «И трава наклонилась влево, и от елки осталась одна вершинка, и теперь она плывет рядом с лошадью». «А интересно», — думал ежик, — «если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане?» И он стал медленно спускаться с горы, чтобы тоже попасть в туман и посмотреть, как там внутри. «Вот», — сказал ежик, — «ничего не видно, и даже лапы не видно». «Лошадь!» — позвал он. Но лошадь ничего не сказала. «Где же лошадь?» — подумал ежик. И пополз прямо. Вокруг было глухо, темно и мокро. Лишь высоко вверху сумрак слабо светился. Полз он долго-долго. И вдруг почувствовал, что земли под ним нет, и он куда-то летит. «Бул! Тых!» «Я в реке», — сообразил ежик, похолодев от страха, и стал бить лапами во все стороны. Когда он вынырнул, было по-прежнему темно, и ежик даже не знал, где берег. «Пускай река сама несет меня», — решил он. Как мог, глубоко вздохнул, и его понесло вниз по течению. Река шуршала камышами, бурлила на перекатах, и ежик чувствовал, что совсем промок и скоро утонет. Вдруг кто-то дотронулся до его задней лапы. «Извините», — беззвучно сказал кто-то. «Кто вы и как сюда попали?» «Я ежик», — тоже беззвучно ответил ежик. «Я упал в реку». «Тогда садитесь ко мне на спину», — беззвучно проговорил кто-то. «Я отвезу вас на берег». Ёжик сел на чью-то узкую скользкую спину и через минуту оказался на берегу. «Спасибо», — вслух сказал он. «Не за что», — беззвучно выговорил кто-то, кого ёжик даже не видел, и пропал в волнах. «Вот так история», — размышлял ёжик, отряхиваясь. «Разве кто поверит?» И заковылял в тумане.